Было ваше, стало наше. Ну что, затянем немного потуже или просто подождем, пока почернит и не отвалится? Ну-ка, давай посмотрим. Фу, это же желтая липкая гадость. Привет, малыш. Мой работничек. Мне было скучно, и я решила составить Асуке компанию. Похоже, она необычно одаренная девочка. Ей удалось узнать кое-что у нашего гостя. Через 2 часа в международный аэропорт Фрэнсис прибудет самолет. Он набит отравой Каталины. Чтобы твоим планам не помешала служба безопасности, возьми катер, доберись до буев. И взорви самолет, когда тот пойдет на посадку. Найди среди обломков груз и забери его. Малыш, будь поосторожней, окей? Попробуй-ка соус чили. Найди катер и встань около буя. Итак, всем привет, ребят, с вами Алексей24, мы продолжаем проходить игру GTA 3 по миссиям. И данная наша миссия заключается в том, чтобы мы по-быстрому добрались в точку назначения и взяли катер. Нам надо по миссии встретить самолет, который картелю везет Спанк. Этот самолет надо из ракетницы, ну, из гранатомета благополучно, короче, снять. Гранатомет нам дадут, если кто-то не успел купить. Но у меня, в принципе, рука помощи, которая была миссия, я еще тогда закупился неплохо оружием, и у меня гранатомет остался. Так что, ребята, если не успели подкупить гранатомет, ничего страшного, сейчас мы увидим, что нам его дадут. Так, а я не понял, а как сюда заехать-то? Я все-таки... Да елки-палки! Обязательно мент докопается, вот обязательно. Так. Машину ставим вот таким макаром, потому что надо. Бежим по пирсу, берем гранатометную ракетницу, как тут написано, и садимся в катер. Я выключаю радио, теперь двигайся к бую. Ну да, мы к бую, в принципе, и плывем. Погода нелетная, сразу видим. Именно поэтому, походу, контрабандисты решили товар доставить. Потому что кто будет проверять в такую погоду? Ну, наверное. Ладно, едем. Нам надо именно к последнему бою подплыть. Но я предлагаю эту миссию пройти немного иначе. Вообще тут игрой заложено то, чтобы мы ракетницы сбили его из лодки. Вижу. Я это делать категорически не хочу. Итак. Вот так вот. Паркуемся. Да блин. Ладно, мы вот так вот сделаем. Брум. Так, попробую вылезти. Потому что неправильно вылез, и капец. Так, все отлично. Я надеюсь, он не пропадет. Я очень сильно это надеюсь. Итак, у меня меньше минуты, ребята, поэтому берем снайперку. И валим бандосов. Так, я не понял, где у меня прицел-то? Затаил реально, ребята, дыхание, потому что, блин, я не знаю как, но я волновался, короче. Так, ладно, бежим, ребята, подальше от машины отбежать надо, взять гранатомет. Не забудьте обязательно броню в магазине купить. Вот он, самолет. Собирай товар. Блин, самолет второй раз подорвался. Так, 3, 4, 5, 6. Мне пора валить. 7. И, наконец, 8. А теперь отвези Спанк на стройку. Блин, надо валить по-быстрому. По-быстрому. Но я думаю, сейчас мы свалим. Я парковал очень аккуратно свою лодку лишь для того, чтобы без проблем в нее прыгнуть и свалить. Вообще, из аэропорта отсюда уйти довольно-таки сложно. Даже несмотря на то, что у нас 4 звезды.
Сбить вертолет я не собираюсь, потому что мне дадут доп. Звезду. А дополнительная звезда мне не нужна. Итак, уходим. Уходим отсюда. И плывем прямо на тот пирс, с которого мы, получается, уплывали. Это просто, я как понял, самый кратчайший и надежный путь на стройку. С этого аэропорта добраться на машине, ну блин, можно в принципе, но тяжело, скажу так. Так, мы уже почти близко. Я рано выпрыгнул, конечно. Ладно, выходим. А вот наш Стингер. Благополучно бежим к нему. Садимся и валим нафиг отсюда. Все, я прыгнул. Погнали. Я только не помню, где выезд. Ага, он походу не здесь. Ладно, бывает, ошиблись. Поехали вверх. Мы, в принципе, же спрыгнули, поэтому мы и не помним. Опа, 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 опа. Все, теперь едем. Не хватало мне еще Стингер свой подпалить. Так, все, 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 едем, едем, все нормально. Время на шутки нету. Все, так, 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 есть. Но Стингер, в принципе, едет очень бодренько, поэтому я не думаю, что у нас должны быть проблемы, чтобы добраться. Но я думаю, мы доберемся без всяких проблем. Так, тут надо аккуратно повернуть. Вообще, в принципе, можно и перекраситься, но я не вижу смысла перекрашиваться, потому что на стройке... со стройкой рядом, точнее, перекрашивалка, и смысл деньги тратить лишнего, хотя... Ну, не знаю. Ёлки! А теперь я вижу смысл! Но, не, я перекрашиваться не буду. Да хорош меня пихать! Все, мы приехали. Вылазим, бежим. И заходим. Выкуп. Твоя драгоценная Мария у меня, если не хочешь, чтобы ее личико стало похоже на мясной фарш, привези мне 500 тысяч долларов на виллу в Кедровой роще. Задание выполнено, мы бабки получили, вот такой видос у нас в принципе получился в конце. Я почему-то думал, что это начало новой миссии, уже хотел писать по-новому, но нет, ребята, это финальный был ролик. Итак, на этом серия у нас подошла к концу, увидимся в следующей серии и всем пока!